Добрый день. Добрый день и здравствуйте, уважаемые любители российского футбола. Особенно болельщики из Ульяновска и Калининграда. В прямом эфире самый запад России. Красавец стадион Калининград. Где в очередной раз все готово к началу матча. Теперь уже 15-го тура. Волга отвечает своей атакой. Денис, передаю тебе слово. Еще один момент. И что это? Забитый мяч. Это забитый мяч. Вот как здорово Волга на первых минутах буквально открывает счет в сегодняшнем матче. Гол! Мяч в сетке. Балтийцы отыгрались усилиями Ивана Остоича. 1-1 под занавес первой половины. Очень важный мяч. С головы Остоич забивает мяч в ворота. 1-1. Настроение прекрасно у всех. Не только отчета, но и от игры. Да, расстрелял, можно сказать. Можно назад на Малярова. Малярова никто не накрывает. Вот, конечно, подсыпает штрафную. И мяч в сетке. Все очень просто. Безо всяких проблем. Подача с правого фланга. И это ли не Ян Казаев оказался в том месте, где и нужно было. И забивает очень важный для балтийцев мяч. Вот голевая передача Малярова. Эмоций добавит остроты. Вновь проникающая в штрафную Гузина. И сейчас вновь не хватает точности. Видно было движение Гузины в штрафную, что увидел Казаев. Выложил ему под левую ножку. Очень плотно в обороне играют балтийцы. Еще одна подача, удар и мяч в сетке. Ульяновцы сравнивают счет в самом оконцовке матча. На 92-й, пусть так это будет сказано, минуте. Они все-таки заслужили, вы знаете, они заслужили, они выстрадали этот забитый мяч. Они бегут обнимать своего тренера. Они празднуют успех. Подойти чуть ближе. И в итоге арбитр на все это посмотрел. И Максим Ферезва дает свисток о том, что этот увлекательный матч, в котором было забито 4 мяча,